Приветствую всех подписчиков и тех, кто абсолютно случайно смотрит это видео. Итак, у нас завтра с вами 11 мая и будет новолуние. Делюсь с вами скоропомощником. Это скоропомощник от черной кошки в ваших отношениях и не имеет значения, какие отношения с любимым человеком, либо просто с каким-то определенным человеком, даже с тем же самым начальником. Смотрите, что вам для этого надо. Во-первых, сам скоропомощник, он будет в первом прикрепленном комментарии. Во-вторых, одна любая свеча красного цвета, другие свечи, то есть других цветов здесь не подойдут. И сам день новолуния. Итак, вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я начинаю объяснять. А в новолуние, в любое время дня, берете красную свечу, устанавливаете ее на трех монетах любого номинала. Кстати, я про монеты забыл сказать. Установили, зажигаете строго спичками. Как только зажглась свеча, читаете скоропомощник, он будет в первом комментарии, 7 раз подряд. Прочитали, даете свече догореть полностью до конца. Как только свеча потухнет, берете монету, самую последнюю, на которой стояла у вас свеча. То есть монета, у вас же 3, монета на монете стоит. Та, на которой стояла свеча и остался остаток воска. Ее вам нужно выкинуть на перекрестке 4 дорог. Когда выкидываете именно эту монету с воском на перекрестке, каждый сам своими словами говорит, что не монету выкидываю, а недопонимание, проблемы, трудности там в отношениях с таким-то, таким-то, таким-то человеком. Вернувшись домой, берете 2 другие монеты, то есть у вас 2 осталось. Их нужно вынести куда-нибудь на землю и засыпать сахаром, либо залить медом. Ну все, ставим лайки, если что-то непонятно, спрашиваем в комментариях. Всех вам благ, удачи, успехов. Кстати, небо какое хмурое, смотрите, наверное, хлынет все-таки. Ну, как черная кошка в отношениях. Ладно, все, и подписывайтесь на канал. Под видео такая красная кнопочка с названием «Подписаться». Всем удачи!